Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня предлагаю сделать обзор пластиковой бутылочки 100 мл с распылителем. Поставщик данной бутылочки – Польша. Бутылочка с распылителем представляет собой пластиковый флакон емкостью 100 мл с удобным съемным распылителем и крышечкой. Флакон выполнен из качественного прозрачного пластика. Распылитель и крышечка предоставлены в белом цвете и идут в комплекте. Данный пластик является качественным и нетоксичным. Бутылочка очень проста в применении и обслуживании. Она обеспечивает экономный расход средств, прочность и долговечность материалов. Также имеет широкий спектр использования. В данной бутылочке, оснащенной удобным распылителем, очень удобно хранить растительные масла, павы, жидкие экстракты, одушки, готовые эмульсии и прочие косметические ингредиенты. У нее также имеется очень широкая сфера применения. К примеру, косметическая. В ней вы можете также с удобством хранить спреи, кондиционеры для волос, которые распыляются, жидкие шампуни, мыло, дезодоранты для рук, лосьоны, молочко для тела и прочие косметические ингредиенты и средства, которые вы можете сделать своими руками. Также она незаменима в парфюмерной сфере применения, духи, одеколоны. Также очень удобно использовать с помощью нашей бутылочки. Бутылочка предоставляет собой примерно такого размера флакон. Она выглядит вот так. И очень удобно в своем использовании. Спасибо, что посетили наш канал. Не забываем ставить лайки и подписываться. До новых встреч!